Телеканал КРТ представляє. Тож ми продовжуємо програму «Прайм-аналітика». З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії художній керівник театру «Браво», актриса, заслужений діяч мистецтв України Любов Татаренко та політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділо. Вітаю вас. Вітаємо. І далі про таке. Країна на карантині. Аптеки захищаються плівкою, крамниці – дистанції. Повернуть усіх. 35 тисяч українців евакуйовують з різних країн. Коронавірус – свобода для пінгвінів. У Чикаго птахи вільно гуляють океанаріумом. За кордон найближчим часом повернуть більше як 35 тисяч українців. На евакуацію з резервного фонду бюджету планують виділити понад 4 мільйони доларів. Для повернення людей на батьківщину доведеться здійснити 175 авіарейсів. Сьогодні Україна приймає 53 рейси з 12 країн світу, і за останні дві доби найбільша кількість українців повернулася з Єгипту – понад 18 тисяч. Для повернення українців з Чехії, Німеччини та Польщі запустять спеціальні потяги. Суворий карантин в Україні спричинив транспортний колапс та величезні черги на громадський транспорт у багатьох містах країни. Не більше 10 пасажирів і усі в масках? Так має від сьогодні виглядати проїзд на земному транспорті. Штраф за порушення правил до 17 тисяч гривень. В Одесі перевізники таких санкцій злякалися, тож на лінії просто-напросто не вийшли. Не вийшли більше половини маршруток. На зупинках натовпи людей штурмували автобуси, тролейбуси, трамваї. В столиці зранку у спальних районах утворилися кілометрові черги на зупинках. Автобуси та маршрутки їздили переповнені. Водії та більшість пасажирів були без масок. Перший день без метро для харків'ян теж виявився складним. Маршрутки та трамваї набиті битком. Такі тісніві вже не до масок. А ось в Сумах кондуктор просто-напросто виштовхав з тролейбусу зайву пасажирку. Ви розумієте, що бої на СХД не пускають тролейбус людей. Так, що маршрутки їздять? А вас вже 20 давно. Так 20 чоловік. Попри суцільні транспортні проблеми, уряд не збирається відкривати підземки та пом'якшувати обмеження. Щодня українське метро в трьох містах перевозить близько 2 мільйонів громадян. Протягом 2 тижнів, якщо не зупинити метро і не спинити цей пасажиропотік, всі 2 мільйони захворіють. Порахуйте відсоток смертності, і це буде ціна слабкості і неприйнятого рішення щодо зупинки метро. Британія і Іспанія, які обмежили рух метро, але не припинили його, на сьогодні мають найшвидші темпи зростання хвороби. Це яскравий приклад того, де були прийняті рішення про незакриття метрополітенів. Тому рішення уряду залишається незмінним. Метро має бути закрито. Це один з найбільших ризиків для зараження на коронавірус. До загальних правил карантину у різних регіонах країни впроваджують власні додаткові противірусні заходи. В Ужгороді обмежили кількість покупців, які можуть одночасно заходити у крамницю. Людям доводиться стояти в черзі перед входом до супермаркету. Усі намагаються зберігати дистанцію. У Львові в аптеках для захисту від коронавірусу, за прикладом Польщі, герметизували приміщення плівкою. Співробітники працюють за прозорою стіною, аби обмежити фізичний контакт з клієнтами. А нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Отож, переходимо до обговорення першого такого непростого пункту нашого сьогоднішнього вечора. Будь ласка, пані Люба. І що? Ні, ну вашу думку, як... Ну, що можна сказати? Ви знаєте, не тільки на Україні, во всьому світі сьогодні форс-мажор. Да такой, що мама не горюй. Сьогодні, ну, дійсно, 20 років нічого не могли зробити. Тому сьогодні, або, як би ми... полностью исчезает страна Украина, и не только Украина, потому что это во всем мире свои проблемы очень большие. И то, что происходит у нас, это, конечно, от безглузда власть. Тут мне слово нравится украинское. Отвратительно. Почему? Потому что идет нагнетание, идет психоз, идет запугивание людей. Вместо того, вы знаете, любое телевидение, даже вот мы сегодня тоже говорим об этом, о
Это все сделано специально, потому что, ну, есть такая проблема, хорошо, все, закрыли эту тему, и телевидение, вот я бы так думала, если бы не нагнетало, говорило о любых других проблемах, о мире, о детях, о культуре, о чем угодно, но только не о коронавирусе, потому что за коронавирусом... Наша мовчата, это же не дело. Ну, за этим, за коронавирусом прячутся более сложные проблемы, страшные, потому что мы на грани дефолта, и не просто дефолта, а страшного дефолта, потому что это страшно, то, что сегодня... Дякую, у нас есть телефонный дзвоночек. Доброго вечера, в прямом эфире. Добрый вечер, алло. Так, слухаем вас. Добрый вечер. Это Константин Киев. Я очень доволен, что у вас такие прекрасные гости, особенно Любовь Титаренко. Я очень ценю ее как художественного руководителя и как сторонника левых идей. Значит, я также благодарен, что Рашмадилова тоже на передаче. 8 марта прошло, но я очень люблю этих женщин, замечательных, красивых, творческих, как говорится, активных. Я хотел бы обратить внимание на что? На Украину обрушился рыночный приватный беспредел. Цены взлетели вверх, медицинские услуги стали недосягаемы. Но с этим справился коммунистический Китай. Благодаря советской форме, значит, они смогли преодолеть эпидемию. И в Китае эпидемия подвижена, а у нас есть закон о декоммунизации, который разрушает нашу страну. Дякую. Спасибо большое. Пане Олександре, я хотів би, ну, це розумієте, питання, воно трохи не так, я хотів сказати. От коли ви побачили на кадрі оцей елемент оскотинювання, коли, скажімо, люди в паніці навіть забули про елементарну порядність. От коли виштовхували жінку, здорові чоловіки виштовхували стрілець. Смотрите, я постараюсь ответить на все вопросы, и на ваши, и на вопрос, который поставлен непосредственно нашим зрителям. Давайте не сравнивать исходные данные Китая, Украины. Мы отличаемся и по не только государственному устройству, да, и непосредственно политической модели, по многим другим факторам, да, и до конца мы не знаем, а побежден ли вирус в Китае, не будет ли новой волны, сколько это продлится. Поэтому на самом деле, если мы поинтересуемся теми оценками экспертными не только в сфере экономики или политики, но и вирусологии, мы узнаем, что их пока прогнозы не ограничиваются термином карантина условно до 3 апреля. Поэтому все, кто надеется, что все это закончится достаточно быстро, пока, я думаю, что стоит немножко глубже поинтересоваться самой проблематикой. Я не согласна с тем, что меры, которые вводят государство, они преждевременные или они чересчур строгие. Я считаю, что меры во многом оправданы, особенно зная и состояние медицины нашей, особенно зная и состояние иммунной системы наших граждан. Давайте понимать, что далеко не все граждане могут позволить себе витамины вовремя, да, профилактику, остальные моменты. То есть вызовы очень-очень серьезные. Если смотреть обращение министра здравоохранения, господина Емца, который было вот сегодня свежее, он как раз отмечает, что не все украинцы серьезно отнеслись к тем мерам и рекомендациям, которые нам предписаны. Кто-то относится к этому времени как к каникулам, да, продолжает встречаться с друзьями, какие-то мероприятия, ну такой вот свободно вальяжный образ жизни. Понятно, что жизнь не остановилась, понятно, что не коронавирусом единым, понятно, что во многом, скажем так, сопутствующая эта линия всем остальным. Но мы не знаем, на сегодняшний момент у нас нет вакцины. Мы не знаем, как лечиться. Да? То есть, условно, весь мир методом проб и ошибок ищет выход, да, и лечение из сложившейся ситуации. Вопросу человечности. Понятно, что в Украине мы встречаем разные факторы, когда человеческий облик, моральный облик утрачен, это нам показали и санжары, нам показали локальные реагирования. С другой стороны, а давайте концентрироваться еще и на том, сколько позитивных моментов, где люди проявляют себя очень правильно, очень морально, человечно, высокоморально, человечно, где они протягивают друг другу руки, помогают, приносят продукты пожилым людям, своим соседям, интересуются, звонят. Этого гораздо больше. То, что кто-то кого-то толкнул, это будет. Люди в панике, люди где-то в неведении, где-то растеряны. То есть я считаю, что здесь больше надо вот именно такой просветительской работы, успокаивающей работы, разъясняющей, где-то просто элементарно улыбнуться друг другу является гораздо полезнее, нежели там злой взгляд из серии «побыстрее бы вас всех тут не стало, я тут иду на свою работу или у меня свои дела, вот вы не знаете, как мне тяжело». Всем тяжело, да? В стране каждый стал
сталкивается с конкретной своей задачей, иногда делает подвиг каждый день. Вопросы по транспорту. Действительно, ограничительные меры, особенно в городах-миллионниках, они привели к тому, что и в Одессе был транспортный коллапс, и в Киеве напряженная ситуация, пробки вот в конце города, даже к вам добиралась еще на эфир. В городе красное движение, то есть у нас основные наши проблемные артерии, они в привычном для себя состоянии, назовем это так. Вот пошли разговоры, что делать с метрополитеном, какие ситуации. Ну вот моменты, когда, допустим, если... маршрутки. Это во многом регулируется все водителем, да, или если у него есть подручный персонал, который раньше там где-то обелечивает, где-то может проконтролировать количество присутствующих в салоне, да. Маршрутки эти обрабатываются, мы видим, что даже по запаху люди говорят, что чувствуется, что есть антисептик. То вот коммунальный транспорт, где четко есть инструкция не пускать, ну, больше определенного количества. Но больше троллейбусов, автобусов, трамваев нам не выпустили, правильно? А ограничивая количество граждан, ну, многие продолжают ходить на работу. Не все смогли перейти на дистанционное перепрофилирование своих отраслей, потому что услуги оказывать дистанционно сложно. Есть ряд производств, которые ты... Ну, ты же станок с собой не унесешь домой, правильно? И не будешь там делать какую-то работу из дому. Все, что можно перенести, нужно, конечно, на эти рельсы перейти. Но тут вопрос, а хотят ли украинцы полноценно следовать инструкциям? Нет ли, вот когда сравнивали с Китаем, в Китае не ставят под вопрос выполнение инструкции, а у нас хочу, не хочу, больше, меньше. Вот показали в картинке, в синхронах, как люди держат дистанцию в супермаркетах. Если вы посмотрите, европейские практики, мировые практики не вызывают сейчас вопроса, они уже на той стадии, когда понимают, что эту дистанцию надо выполнять. Мы, на самом деле, только на первых шагах, нам еще очень сложно отбросить свои привычки, все куда-то торопятся, никто не хочет подождать, с другой стороны, и персоналу, который, допустим, там на кассе работает, обслуживает что-то, им тоже надо немножко шевелиться чуть активнее, да, все немножко на таком расслабленном, хотел сказать, средиземноморский такой темперамент, у нас на самом деле все очень не торопятся в сфере услуг, поэтому на самом деле, чтобы не было вот этих коллапсов, давки и прочего, ну, элементарно надо оставаться с человеком и понимать, что поток большой, людям стало гораздо, ну, больше необходимо каких-то товаров, ведь раньше люди закупались, кто-то раз в неделю, да, кто-то раз, там, ну, сейчас пришел такой вызов, что нагрузка и на продовольственные магазины, и на товары первой необходимости, и в аптеках гораздо выше. Да, то есть, ну, понятно, что устают и сами работники, им помощь дополнительная нужна, им нужно их и простимулировать, у них рабочий день у многих вырос. Вот какая ситуация с медработниками? В связи с транспортным коллапсом по Киеву, Киевской области остались смены, да, дежурить дольше, потому что не смогли приехать на смену, как бы, вторая, как бы, волна работников, что кто-то не мог дождаться электричку, кто-то не смог добраться альтернативным видом транспорта. То есть мы только, на самом деле, только видим пока ростки этих проблем. Дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло, добрий вечір. Будь ласка. Здравствуйте. Да, меня зовут Виктор. Я категорически не согласен с вашей гостью, которая считает это большой проблемой. Я считаю, что это искусственно выдуманная проблема. Это вот эта элита мировая, так называемая, сделала. Если вы помните, аналогичное было такое, озоновые дыры, которых, оказывается, никогда не существовало. Точно так же деньги государств вытягивались. И, пожалуйста, хотел бы призвать всех, чтобы люди не паниковали. Это гораздо больше людей умирает от туберкульоза, чем вот от этой чепухи. Это все... Дякую. Ну, ми, крім того, знаємо, що, скажімо, в рік від, звичайно, від ускладнень звичайного грипу помирає теж до 600 тисяч людей, ну, скажімо, за минулий рік. Але, з іншого боку, реально... Цієї ночі Європа, кількість смертей в Європі перевищила кількість смертей в Азії. Зараз в Європі загинуло 3400, а в Азії 3360. У мене з Китай і ті всі країни, з Іраном включно. Тому я, знаєте, краще тут перебдіть, чим не добдіть. Ні, я теж согласна і з вами во многому, тому що дійсно... И с человеком, который только что позвонил. Почему? Потому что вот если взять, допустим, Китай и нашу Украину, то в Китае, когда образовалась эта такая действительно страшная беда, у людей не было выбора, подчиняться или не подчиняться. Там дисциплина. Но там
Не было масок. За неделю построили завод, людям раздавали маски. Не было этого. Никакие цены не повысились на товары. Ни на продуктовые, ни на промышленные. Власть понимала, ну, что это ее проблема, и что она отвечает за людей. У нас же маску купить невозможно, если она стоила там 20-30 гривен, теперь 300, есть которые по 1200. Продукты взлетели, все взлетело. Безумно все дорого стоит. Поэтому создается паника. Видите, доллар тоже вот скачет. А создается паника. Я тоже действительно видела в очередях мужчина. Один в маске, другой нет. Я тебе сейчас эту маску тебя куда-то воткну в рот или как. Ну, грубо. Только потому, что тот сказал, соблюдай очередь или одень маску. Люди действительно не понимают опасности, которая, я тоже уверена, создана искусственно для того, чтобы сейчас идет передел мира. Вот правда, мы все прекрасно понимаем. Вот 20 лет пытались что-то делать. И был такой бросок, я разговаривала с военными. Помните, убили полковника сирийского или какого? И все думали, начнется не сирийского, в Иране или где вот. Начнется типа война. Нет, съели это, не прошло. Значит, нашли новый, нашли вот этот вирус. Проблема в том, что идет перераздел. И пока сильные не уничтожат все, чтобы начать с нуля, у нас ничего не произойдет. Ну, це більше з теорії заговору, все ж таки. Так, а що, ми живемо в світі? Масони все рішають. У нас є телефонні дзвінки? Будь ласка, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Алло. Так, слухаю ваше запитання. Хто ви, звідки ви? Доброго вечора. Це з Полтави Юрко Тулина, водій швидкої допомоги. Вітаю. Ще недавно. Зараз працюю маршрутчиком. Значить, така ситуація. У нас зараз почали звільнятися водії швидких допомог, тому що заробітна плата 4,5 тисячі. Ви розумієте, що при коронавірусі за 4,5 тисячі це просто дебіли можуть працювати водіями швидких допомог. У мене питання таке. Чи є у суспільства, в уряду розуміння те, що все ж таки водій швидкої допомоги стоїть заробітної плати, хоча б середньої по Україні 12 тисяч? І ще одне питання. У нас оце маршрутчики, зараз вже задовбали БДшники. Їх все більше і більше і більше. В Росії вже давним-давно зробили монетизацію пільг. І перша, і друга група, і діти війни, і все інше. У нас же продовжується Радянський Союз. Коли буде декомунізація у цьому питанні? Коли ми зробимо монетизацію? Щиро дякую вам за відповідь. Дякую. Чего сделали? Монетизацию. Спасибо за ваш вопрос. Я полагаю, что ваш вопрос, он просто для вас более животрепещущий, потому что вы конкретно являетесь водителем скорой помощи, но я думаю, что он более глобальный и касается всего медперсонала. Если мы посмотрим вглубь вопроса и поймем, что низкий уровень заработных плат в сфере медицины, он призвел к тому, что массово стали уезжать украинцы на заработки, в основном в Европу. Сначала это начиналось с младшего персонала, это в основном там медсестры, санитарки, дальше это начинало подрастать до все-таки уже непосредственно врачей, особенно узкоспециализированных врачей. Тенденция, если бы не коронавирус, продолжалась бы еще с большей силой. Не забываем, что у нас с 1 апреля должна быть вторая волна медреформы, и этот вопрос пока не решен. Я думаю, вопрос стоит очень остро для всех работников медицинской сферы, ну, независимо от того, чем мы займемся, да, что называется, некому будет и судно вынести, некому будет и укол сделать, некому будет и привести больных. Поэтому, если вовремя не будут приняты сейчас решения в этой сфере, так же, как в сфере правопорядка. Вот вы говорите, что вас там терроризируют представители силовых структур, да, маршрутчиков. Во многом, я думаю, что на них сейчас нагрузка будет тоже очень-очень высокая в связи с удержанием порядка и ряда других вопросов. Поэтому посмотрим, какие решения примут в правительстве. Я, кстати, затрону и вопрос, который подняла коллега касательно продуктов питания, регулирования цен. Неоднократно звучали предложения, прописаны, полностью подготовлены от оппозиционных сил. В первую очередь от оппозиционной платформы «За жизнь» господина Бойко и ряда других его коллег. Они предлагали, что на ряд
самых важных, необходимых продуктов, надо зафиксировать цены, потому что для многих граждан, даже не просто отдельно взятых граждан, для целых как бы кластеров, это просто неподъемлемые цены и на продукты питания, и на первые необходимости, медицина та же, которая во многом, да, мы говорим же, медицина не сводится только к маске и не сводится только к йоду, зеленке и бинту. Она гораздо обширнее. И благо, чтобы мы все и не знали, сколько это стоит, и никогда с этим не сталкивались. Но когда тебе это срочно надо, а вакцин каких-то, неважно, не связано даже с коронавирусом, любых, ведь люди не перестают болеть, есть куча моментов, где они... Но есть ажиотаж, есть сложные логистические моменты, есть подвоз каких-то препаратов. Вот мне интересно, насколько сейчас удастся государство переставить на эти новые рельсы, потому что президент же говорит нам о том, что будет подвоз медикаментов через почты, альтернативные какие-то службы доставок для пенсионеров, для в регионы еще. Вот это будет и когда это будет? Потому что пока есть громкие анонсы. Есть обещания из уст президента и очень утрудненный путь их реализации. С одной стороны, президент говорит, там всем малоимущим пенсионерам дадим по 1000. Смотрим на практике, а пока не работает. Да, еще какие-то заявления. То есть тут должен выступить премьер-министр, сказать, что мы пересмотрели бюджет, заканчивается первый квартал, уже его надо непосредственно исправлять, потому что мы можем столкнуться с тем, что все права и свободы, которые нам гарантированы и должны быть, будут очень сложно реализуемы в связи с обстоятельствами. Дякуємо. У нас термінова є зараз ситуація, ви якраз говорили про президента. Зараз якраз ми змушені зробити зміни в нашій програмі, бо тому що є термінове відеозвернення президента до українського народу, яке, власне, стосується евакуації наших українських співгромадян до себе на батьківщину. Отож, дивимося відеозвернення. Здоровенькі були, дорогі українці. Були і обов'язково будемо. Традиційно розповідаю про ситуацію щодо протидії коронавірусу в Україні. Станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус. 10 у Чернівецькій області, 3 у Київській та 1 в Житомирській. 2 з випадків, на жаль, летальні. Сьогодні виконується 57 авіарейсів, які повертають додому 11,5 тисяч українців. Серед них наші громадяни, які застрягли в Австрії та на Шрі-Ланці. Рейс із Відня о 13.30 вже повернув наших людей на рідну землю. Частина українців зі Шрі-Ланки теж вже повернулась. Решта буде в Україні до кінця сьогоднішнього дня. Також сьогодні з Австрії до України спеціальним президентським бортом ми забираємо 33 громадянина, серед яких 18 жінок, 5 дітей та люди літнього віку. Окрім цього, спільно із польською залізницею ми працюємо над запуском спецпотягів для евакуації українців з Польщі. Забезпечено спеціальний транспорт, який безперебійно доставляє на роботу працівників стратегічних підприємств та об'єктів критичної інфраструктури України. Тих, завдяки яким в країні є електроенергія, вода, тепло, продукти, ліки та багато іншого. Органи державної влади, заклади охорони здоров'я, продуктові магазини, аптеки, АЗС працюють і будуть працювати. Те саме стосується банків. Щодо них окрема розмова. Сьогодні мною підписано закон, який забороняє банкам нараховувати будь-які пені, штрафи, підвищені відсотки за кредитами на споживчі потреби. Протягом 2 днів Національний банк України розробить пільговий режим для всіх позичальників на час карантину. Також хочу нагадати всім українцям про дуже важливі заходи профілактики та гігієни. Обов'язково мийте руки з милом не менше 30 секунд та обробляйте засобами на основі спирту. Особливо після контакту з тваринами та використання паперових грошей. Регулярно обробляйте антисептиком екран мобільного телефону, клавіатуру комп'ютеру та ноутбуку, ручки вхідних дверей. Регулярно робіть вологе прибирання та провітрюйте, будь ласка, оселю. Утримуйтесь від дотиків руками до обличчя, особливо до очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не вживайте сире м'ясо, рибу та яйця. Рукостискання, обійми та поцілунки при зустрічі давайте все-таки прибережемо на потім. І найважливіше, будь ласка, не займайтесь самолікуванням так званими перевіреними бабусиними методами.
Якщо у вас є хоч найменші симптоми ГРВІ чи застуди, залишайтесь вдома і звертайтесь до сімейного лікаря. Набагато швидше вірусу розповсюджуються фейки щодо нього. Страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус – це брехня. Вкотре закликаю всіх українців, довіряйте тільки офіційним джерелам інформації. Офіційним сторінкам МОЗу, уряду, Верховної Ради України, Офісу Президента України. Також у нас є інформація, що на багатьох підприємствах керівники змушують працівників писати заяву на звільнення за власним бажанням. Це незаконно. Люди, ніхто не може змушувати вас піти за власним бажанням, якщо такого бажання у вас немає. Не бійтесь і не падайте духом. Якщо керівник чинить на вас тиск, повідомляйте одразу в поліцію. Що стосується державних і комунальних підприємств. Була проведена розмова з керівниками, їх попередили про відповідальність за тиск на працівників. Якщо ситуація продовжиться, вони понесуть покарання. Що стосується приватних компаній. Я закликаю керівників не тільки не порушувати закон, але й перш за все залишатися людьми. Коронавірус пройде, криза також, прибутки повернуться, а честь та повагу повернути не вдасться. Про новини соціальної політики. З 1 квітня 2020 року уряд буде готовий виплатити додаткову 1000 гривень тим, хто має пенсію менше 5000 гривень. А з 1 травня 2020 року буде проведено індексацію пенсій. Окрім цього, не може не сказати стосовно народного депутата України пана Шахова. На жаль, його тест на коронавірус показав позитивний результат. Пана Шахова ізольовано. Вчора у системі Рада була зареєстрована його персональна картка для голосування. Його колеги кнопкодавили. На жаль. Та на щастя, депутата Шахова не було у залі засідань Верховної Ради України. Встановлено повний список осіб, з якими він контактував останнім часом. Всі вони пройдуть швидкий тест на коронавірус. Розповім і про ситуацію у сфері освіти. Перше. Ніхто не виселятиме студентів з гуртожитку. Це питання на особистому контролі прем'єр-міністра України. Усім керівникам закладів професійно-технічної та вищої освіти вказано на недопустимість примусового виселення студентів. Дорогі студенти, якщо хтось каже вам виселятись, показуйте, будь ласка, це відео і відповідний документ на сайті Міністерства освіти та науки. Окремо хочу звернутися до працівників у сфері освіти. Всім вам рекомендовано максимально перейти на дистанційну форму роботи. Середня заробітна плата за час карантину буде збережена і виплачена вам. З учора для підготовки учнів до ЗНО запущено щоденні трансляції онлайн-уроків з 8 до 9 ранку, а також з 18 до 21 вечора їх можна побачити на телеканалі «Рада», а також знайти на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України. Окрім цього, наступного тижня буде запущено централізовану систему онлайн-уроків дистанційного навчання для учнів з 5 по 11 клас. Вкотре хочу закликати усіх українців, особливо людей похилого віку, без зайвої потреби не виходити на вулицю та залишатись вдома. Вчора я радив вам, що подивитись та що почитати. Сьогодні моя рекомендація така. За цим посиланням ви знайдете віртуальні тури українськими музеями «Просто неба». За цим 25 музеїв Львівщини, які можна відвідати онлайн. А ось тут віртуальні екскурсії у більш ніж 20 музеїв з усієї України. Бажаю вам всім 36,6. Бережімо себе, збережемо Україну. Прослухали. У вас є унікальна можливість, власне, перші коментарі. Спочатку ви, потім. Ну, що сказати? Він хорошо сказав, що там... смотреть в небо. Вообще бы людям хорошо бы получить ключи от неба. А это все зависит от характера, от воспитания, от силы духа, воли. И самое главное, вот, вот он мне сейчас, даже в его голосе я услышала больше паники,
чем действительно. Ну, разве президент должен говорить, мойте руки мылом, там, или чистите эту ручку? Ну, батько Натя, что хочет, накажет. Нет, у него более серьезные вопросы для этого есть. Я, например, считаю, что здоровье и все, и нации, и любого человека начинается с силы характера. Не надо, страх, он уничтожает человека. И страх особенно пах, имеет свой запах. И вот, вот сейчас некоторые слушают его и понимают, раз он говорит о таких вещах, что мойте руки, делайте это. Люди думают, раз говорит сам об этом президент, господи, как в стране все плохо. Да, в стране плохо, но только не только из-за коронавируса. В стране плохо прежде всего из-за экономики, из-за того, что нет ни судовой. Вся система разрушена. Ну, система разрушена не только у нас в стране, а во всем мире сейчас. Вот. Так, поэтому в первую очередь он должен был нам сказать, что, ребята, не паникуйте, страна, власть, лично я контролирую все. Пойдут и поезда, пойдут электрички, все будет нормально, будут работать скорые помощи, будут врачи. А самое главное сказать, что старым людям по пайку лекарства, самое дешевое, простое, называется первой помощи. Я на всякий случай на свой театр уже закупила, знаете, по 3 таблетки. Какие-то первый день пьешь второй, а потом через день третью, если ты чувствуешь кашель и все. И детские комплекты тоже. Ну, это не паника, а вот то, чем все-таки надо серьезно относиться. Дякую. Ему я лично не поверила. Пані Олександра, ваші рефлексії після виступу? Смотрите, это не первое обращение президента. Они уже становятся у нас частыми, и мы начинаем даже к ним привыкать. Да? Это уже серия обращений президента. Он уже нам дает рекомендации, что читать, смотреть, куда ходить, какие-то бытовые моменты. С чем это связано? Ну, коль у нас такие новые обстоятельства, по логике вещей должен был появиться у нас условно некий речник по коронавирусу. Если это не делает у нас министр здравоохранения, ну, отдельно взятый человек, который будет информировать общество, записывать. Но есть же действительно, как он говорит, официальные каналы, это все, кто интересуется, тот может найти эту информацию. Тут в этом плане... То есть он желает попиариться, на вашу думку? Нет. Почему он это делает? Потому что он на сегодняшний день все равно остается единственным человеком, кому доверяют люди. И именно из его уст украинцы хотят услышать, что условно все хорошо. Главное, чтобы не прекрасная маркиза. Главное, мойте руки. Вот. С другой стороны, надо понимать, а будут вот эти обращения, ну, сейчас они 5-минутные, ну, пускай он их делает 15 минут и рассказывает 5 минут про коронавирус, там 5 минут про экономику, 5 минут про Донбасс. Пускай он тогда всю статистику за день и сидит, что я сделал полезного, да, но если ты уже начинаешь отчитываться и вводишь это в общий, как бы, чтобы люди к этому привыкали, то, пожалуйста, по всей повестке дня, ведь вызовов очень много. Мы же говорили, что параллельными треками идет масса процессов, которые он точно так же держит на пульсе. Но если он хочет нам рассказать, сколько украинцев вернулось, какие там начнут работать маршрутки, ну хорошо, что он не начал перечислять хотя бы маршруты, которые начнут или не начнут ходить. Ну то есть, понимаете, детальные моменты, которые озвучиваются, они на самом деле не в его компетенции. Это не его уровень. Это не его уровень. Поэтому когда-то конечно, мы высмеивали, что президент у нас перерезает ленточки, когда открывается, не знаю, там остановка, знак, детский сад, вот мы скатываемся к тому, что президент превращается из президента вот в этого самого речника. Докладчик. Да, вот так, ну, моменты. Поэтому глобально, особенно если это компетенции экономического характера, это все для этого есть премьер-министр. Сейчас появляются, где не хватает министры, да загружается правительство. Да, пожалуйста, начинаем эти условные влоги там. Кружка с премьером, да, и все, что было у нас уже до этого. Хотите информировать общество? Пожалуйста. Но сейчас такое количество постов в фейсбуках, телеграм-каналах, не успеваешь все просмотреть, прочитать. Я понимаю, что охват, конечно, когда идет обращение президента именно по телеаудитории, максимальный. Но тогда мы автоматически такими обращениями скатываемся к тому, что только президент у нас говорит правду, только он несет правдивую информацию, все остальное у нас фейки. Ну и плюс девальвация, тобто чим частіше мы бачим ті на злобу дня, тим менше їм починають довіряти. Смотрите, Руслан, есть такой момент. У нас сейчас локально в некоторых областях, все прекрасно знают, чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение. Смотря как, что и что где. Если мы посмотрим, и допустим, эта мера, как говорил президент вот в обращении на СТВ, где он был на свободе слова, он говорит, если будет надо, то мы ведем по всей территории. Да? Тогда одно из мер – это контроль распространения информации, да? Чтобы не было фейков, чтобы не было паники. Но тогда условно только президент
8 часов вечера, да, как он сейчас выходит, там 8.30. Только из его уст у нас звучит правда. А все остальные, новостные агентства, каналы, СМИ, все-все-все, это что, как бы тогда неправду нам рассказывают целый день? Ну, он не обещал, что мы будем без журналистов напрямую коммуниковать с народом, получается. Тогда это изменение, подмена понятий. С другой стороны, тех, кого... Не з офіційно. Боже, какие тех, кого успокаивает, тем, кому действительно реципиентам, кому это необходимо и нужно, для кого это психологический фактор в первую очередь, ну тогда, слава богу, если оно работает. Только я вот соглашусь с вами, что оно со временем перестанет иметь эксклюзивный характер, оно будет действительно бесценно. Дякую, чьи у нас в телефоне дзвіночки? Будь ласка. Добрый вечер, студия. Добрый. Пенсионер Юрий Сладона. Здравствуйте. Вот мои размышления, чтобы вы комментировали. Не кажется вам, что такая беда будет чаще повторяться? Ну, почему? Значит, произошла утечка в Китае, я так думаю, с лаборатории. А вот эта страна террорист Америка, сначала бомбежками, потом переворотами. И сколько она построила по миру биологических вот этих лабораторий? Вот. И им надо испытывать вот эти все свои разработки на ком-то. Mm-hmm. Вот в Украине сколько, говорили, по-моему, около 20 уже лабораторий на каком-то канале. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ну, з Краснодону, я до чого веду? Дійсно, ми знаємо, що в Ухані, дійсно, в тому місті китайському була, була секретна лабораторія. Да, секретна лабораторія. Але з іншого боку, невже би китайці самі себе? Да ні, я думаю, абсолютно ні, просто... Действительно, идет передел мира, и если везде европейская экономика, то там азиатская, поэтому их нельзя... Понимаете, все понимают в футболе, в экономике, а на самом деле азиатская, китайская и та же европейская в Америке – это разные экономики, абсолютно. И это понимают только но люди... Но ведь Китай залежит большинство стран. Власне... Китай сейчас, извините меня, они на таком все-таки высоком развитии полета, дисциплины, и кто бы ни хаял там вот, типа, надо декоммунизировать или что. Вот они едут в багаже прошлого и развивают при этом. А мы едем в багаже прошлого и уничтожаем все это. Понимаете, о чем я сейчас сказала? Все, что осталось Советского Союза, мы уничтожили. Мы, кораблестроение, космос, все, медицину. Ну, абсолютно ничего нет. Но мы зато гордимся, что мы все это декоммунизируем. Они это развивают. Но... Это просто действительно страшно, что происходит, потому что вот человек сейчас сказал о том, что из Краснодона он дозвонил. Да, да. А вот сказал президент сейчас вроде нормальные вещи, там промойте руки, берегите друг друга. А что делать с нашими людьми, а то воюющими на Донбассе? Скажите, у них тоже коронавирус или как? Или они сейчас оставят, знаете, как в Триполи, в Ливии я жила год, вот они с автоматами, но когда молитва у них приходит, время молиться, автоматы бросают, и они час, ты можешь их прибить, убить, потому что все, их не волнует ни автоматы, ничего. А что там наши ребята? Вот, допустим, вот этот вопрос не волнует их? Не... Может быть, коронавирус – хорошая тема остановить войну? Может быть, коронавирус все-таки промоет мозги нашей власти и там, в смысле, в России, и здесь? И я до цієї теми вашої... А я думаю, что нет. Почему? Потому что на войне они хорошо зарабатывают. Я підготував якраз дуже цікаву тему для обговорення, щоб продовжити ваші думки. Йдемо далі. Від сьогодні до 1 травня Росія тимчасово припинила пропуск на свою територію іноземців та осіб без громадянства. Зокрема, увага, не пускають і мешканців тимчасово непідконтрольної території навіть із паспортами ЛДНР. От і ми бачимо ситуацію, коли, скажімо, території з невизнаним статусом і мешканці зараз реально потерпають у цих геополітичних війнах, чи між Сполученими Штатами і Росією, чи там, от, і Китай, там, як геополітичний гравець. Будь ласка. Везде своя специфіка, да? Везде свої ограничення, і ми розуміємо, що да, вот, чим глубже ми в конкретну определенную ситуацію погружаємося, тим більше ми бачимо, наскільки глобальний характер буде нести зараз рішення, визови, да? Все, о чому ми говорили. Тому що вопрос не тільки... физиологический вопрос, не только там,
выживании граждан. Вопрос, что это общий и остро политический вопрос, остро социальный вопрос, остро экономический. Поэтому глобально мы еще всех этих последствий не видим. А если мы посмотрим, какая ситуация, я же говорю, вот почему про вирусолога вспоминала в начале нашего разговора. Вот, допустим, институт Коха, да, говорит, что это может продлиться несколько лет. Поэтому а готовы ли мы к таким вызовам в перспективе не месяцев, не недель, не дней, а если это годы? Как нам тогда привыкнуть к этой новой реальности? Как, вот мы элементарно поднимали вопрос там, о детях. Да? Они дистанционно будут учиться. Как им к этой... Все ли дети смогут? Это, можно ли отладить... У нас есть населенные пункты, где не то, что интернета нет. Или компьютера. Да. У нас связи в некоторых населенных пунктах нету, да, или она нестабильна, или еще как бы, как смогут ли адаптироваться все педагоги, что будут делать с теми, кто за этот период, там, не знаю, у нас очень много, давайте посмотрим, у нас педагогов только 25% уже пенсионного или предпенсионного возраста, пенсионного 25%, они же, ну, как бы будут сами, отходить, скорее всего, от этого. Будет ли хватать у нас педагогов для всего? Но, с другой стороны, я могу сказать, что вызовы мировые такие, что те, кто с ними справится, тот, кто к ним быстро адаптируется, тот конкурентно очень сильно вырастет. И для Украины, я вот, если мы же говорили о позитиве, что любая ситуация, вот этот вот хаос, это возможность, да? Это возможность ее в себе в преимущество преобразить, а не только смести, в какие-то действительно потери. Поэтому в конкретно этой ситуации, и всех это касается, в разных обстоятельствах, просто каждому оно по-разному болит. Да, кто к этому в эпицентре находится, кто условно... Почему мы тоже вот так халатно во многом относимся к вопросам вирусов? Потому что когда это где-то там, когда это касалось Азии, казалось, что это очень далеко. Когда это подступило уже к Европе, но это уже ближе, но все равно это еще где-то там. Когда это у тебя на пороге, хорошо, что мы пока не сталкиваемся, что это наши соседи, друзья, родственники, да, не дай бог. А до того дойде. А к этому может, и к этому все идет. Поэтому пока нам кажется, что это где-то далеко масонский заговор, да, это все вот это так удобно. А когда это будет твоя непосредственная задача выживания, да, к кому обращаться, что делать? Есть ли у тебя возможность получить эту помощь? Готов ли ты ее принять? Потому что помощь не только надо оказать, а еще быть готовым ее принять. Это тоже большая проблема. Як от приємно, коли за столом двоє розумних жінок, і вони, власне, не накручують, не нагнітають ситуацію, а пробують заспокоїти. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка, ваше запитання. Я хотів би сказати, слава Богу, 11 мільйонів пенсіонерів почули від Володимира Олександровича те, що ми хотіли чути. Тисяча додається з 1 квітня і з 1 травня додається індексація. Слава Богу, бо 11 мільйонів цих пенсіонерів осінню підуть на вибори, розлючені, злі. І як ми будемо голосувати, то все понятно, бо молодь вся за границею працює, а пенсіонери йдуть якраз і голосують. Я хотів би підтримати водителя скорой помощи, який до вас дозвонився, і хотів сказати, сімейна медицина – це передовая. На передовой на Донбасі получають гроші большие, в отличие от второй, от третьей линии. Так вот, семейный врач получает 6 тысяч, семейная медсестра 4,5 тысячи. Це при Януковичі, Руслан, були хороші гроші. Сейчас це так, пшик. Просьба к Владимиру Олександровичу обратить внимание на медицину, на зарплати, нічтожні, маленькі. Дякую. Дякую. До речі, до вас зразу, пані Люба, перше запитання. От сьогодні мені прийшло нагадування, що, ви знаєте, я люблю до вас в театр ходити, що от сьогодні у вас мала бути вистава «П'яні вишні», так? І я один раз бачив, що хотів так ще раз насолодитися. І так виходить, що... Як в театрі? Чи компенсовують вам? Ну, ви ж на карантині, актори, відповідно, вдома сидять там. Хто понесе, ну, чи відшкодують вам частково втрати? Ні, звісно, ніхто не буде нам ніяких втрат, да, і слава Богу, я і сама не хочу цього, пусть лучше пустять деньги пенсіонерам, неімущим, дітям. Звісно, ніхто нічого не компенсирує. Мало того, театри останнє час, особливо російські,
Ну, в общем, все искусство в занепаді, як кажуть, українською мовою. Нікому нет дела до культури сьогодні, потому что, а вообще зря, потому что все начинается с культуры, с доброго слова. Вот утром мы просыпаемся, правда, кого видим? Своих родных, близких. Привет, доброе утро. Чайку попили, пошли дальше. На работе уже что-то как-то. Ну, зараз, до речі, поки буде коронавірус, частіше буде спілкуватися. Потом нахамили, наорали, вечером опять приходим никакие. Я считаю, что, вы знаете, не надо нам помогать, нам не надо мешать. Мы люди, особенно женщины, мамы, просто женщины. Мы гораздо сильнее мужчин. Не в обиду тебе говоря, извини, да. Понимаете, потому что мы особо чувствуем эту опасность. Мы чувствуем, что такое... Чувствуем болезнь. Ну, разве я не чувствовала ее раньше? Сейчас вот через месяц выпускает, закрывает очень практически все, особенно у вас на Закарпатье, туберкулезные клиники. А это же страшная болезнь. Она неизлечима, потому что... Чих, и все, и уже разносится. А психодиспансерный, вместо того, чтобы остановить войну, коронавирус дает нам повод закрыть все проблемные места, занимайтесь здоровьем, возвращать людей. Скажите, там столько тоже депрессированных сейчас придет с войны. Им нужно, наоборот, эти центры открывать, лечить. А что у нас еще и коронавирус на их головы тоже? А как Донбассу 6 лет этим людям под этими выстрелами? Я на стороне всегда была и остаюсь Донбасса. Я считаю, что АТО это неправильно. Я считаю, снимите, вот, Зеленский, сними налог на войну. Военный. На военный. Конечно. Почему за мои налоги мы должны друг друга убивать? Мы же братья. И хватит говорить, что во всем виноват русский брат. Дякую. Извините. Наш телефонный дзвіночок. Доброго вечора, в прямом эфире. Доброго вечера. Я телефоную місто Бахмут, Донецька область. Ой. Значит, нам рекомендуют настоятельно оставаться дома пенсионерам, чтобы меньше быть в очередях там магазины и почты там и так далее. А вот как быть одиноким пенсионерам, если некому, допустим, помочь? Я как чтобы, допустим, на местах какие-то организовать. Может быть, какие-то службы или типа вот горячей линии, вот чтобы одинокий пенсионер мог би позвонити, і йому могли, допустим, доставити там, то ли... Дякую. Дякую за зрозуміле запитання. Пані Олександре, власне, ви гарно дуже зачепили про те, що це відкриваються нові можливості. Хотіли так на оптимізмі. Але з іншого боку, чи не держава мала би стимулювати, власне, стимулювати розвиток волонтерського руху, який зараз потрібно, щоб соціальні служби такі подали списки найбільш вразливих їхніх клієнтів? На самом деле, если исходим из обращений президента, премьер-министра и министров, это как раз должно сейчас быть сделано, потому что как раз списки малоимущих как бы должны быть поданы, причем это будет вызов и для региональной власти, и вот эти встречи с олигархами, которые проходили, тоже этому во многом касались, потому что вы читали, наверное, в СМИ все условные сводки, да, с этой встречи, о том, что именно на плечи крупного бизнеса возлагают большие надежды президент, чтобы, ну, условно, выползти, да, из этой ситуации. Поэтому я думаю, что все это будет. Давайте понимать, что эти все меры ограничительные, да, дети на карантине уже какое-то время, а все остальные меры – это нескольких дней вопрос. Не бывает так, что вы проснулись совершенно в новой реальности, где все уже придумано, продумано. Очень хорошее предложение, правильно это сделано. И волонтеры, я думаю, возьмут на вооружение. Уже были предложения, что, условно, не хватает масок. Ну, шили же сетки, да, маскировочные. Но сейчас начнут массово шить повязки, да, там еще какие-то будут пайки точно так же складывать, как и собирают на фронт во многом, так и пенсионерам. Это же вопрос не только пенсионеров, это вопрос и массы людей, и с ограниченными возможностями, и просто малоимущих, и люди в трудных обстоятельствах, их гораздо больше, нежели мы можем себе представить. Поэтому, конечно, такие горячие линии, дружины, которые могут скооперироваться, да, и патрулировать, кстати, дополнительно помогать. Ну, то есть
мобилизация общества должна быть серьезной. Вопрос в другом. А насколько люди захотят это делать? Да? Насколько они будут чувствовать свой долг и ответственность? Потому что ведь тут во многом это еще и самосознание. Еще хотела сказать, ну давайте уже немножко чуть позитива будем добавлять, потому что когда вы говорите о культуре, эти вопросы по всему миру, сегодня были уже сводки, что люди песни про коронавирус пишут, да, и как-то, посмотрите, сколько юмора он породил, потому что если бы не было юмористического реагирования... Депрессия пониже иммунитет. Да, мы бы, наверное, точно все с ума сошли, потому что украинцам очень свойственно где-то высмеивать, где-то через юмор воспринимать проблемы. С другой стороны, культурная сфера, ну не так она брошена на произволяющиеся, масса всяких все равно творческих начинаний. Все-таки еще и весна, ко всему прочему, она всегда стимулирует к творчеству каким-то началам. Я думаю, что будет масса написана и новых произведений, и новых песен, и всего остального прочего. Это все будет, потому что это не зависит от политики государства. Как бы вас ни стимулировали и дружно всем не давали госзаказ на культуру, оно тоже так не работает. Поэтому на самом деле людям нужно будет адаптироваться. Да? Я не исключаю, что у нас, вот почему бы нам показывал опять президент, и онлайн-экскурсии по музеям, и библиотеки, надо привыкать и пользоваться теми благами, которыми во многом мало украинцев пользуются. Мы настолько заняты работой, рутиной, столько вызовов каждодневных, что остановиться, да, и посмотреть на небо, как вы видите, насколько все прекрасно, хорошо, уделить время себе, там, домашним делам, этого почти не было. У нас действительно уникальная возможность, я вопрос в другом, что, находясь слишком много свободного времени, находясь дома, люди сейчас увидят, что, о, там полка не повешена, у жены там борщ невкусный, да, и ребенок там где-то оболтус. Вот хочу, чтобы не на этом концентрировались, а на чем-то хорошем. Давайте не плодить бытовые какие-то конфликты, а этого будет очень много, потому что люди, когда в панике, они вымещают злость на близких. Давайте, ну, максимально стараться, наоборот, помогать близким, потому что дали им хороший потенциал, они его и дальше понесли. Дал подзатыльник, называется, сыну, он и дальше с этой агрессией пойдет. Вы же прекрасно знаете, что вас все равно укусит злая собака, все по кругу придет. Дякую. Знаете, я мушу сказать, вже якщо пішли такі обміни позитивом, теж для заспокоєння тих мамів, матерів, які мають синів від 18 до 27 років, хочу сказати, що сьогодні міністр оборони, це теж позитив, відтермінував весняний призов. А ви знаєте, що я є пацифіст, тобто я миролюбець, я не сприймаю війну як вирішення економічних проблем. І тому для мене, для пацифіста, коли ми особливо писали на всі ті міністерства і Зеленському, що сам коронавірус, ситуація з карантином мала би стимулювати, що не можна людей збирати в одній точці, тим більше одне діло, коли людина професійно пішла там воювати за гроші, так? А друге діло, коли насильно тебе тягнуть, десь виловлюють на дискотеці чи будь-де, і одягають кайданки, і ти обов'язково приймає присягу. І це позитивна новина, що відтермінований призов, сподіваюся, що і у президента, і в цієї всієї нової команди стане розуму насильно людей в армії не брати. Це теж, я вважаю, позитив. Ну і тепер ваша хвиля позитиву. Ну что, я хочу сказать, что люди, правильно сказала моя коллега, что вообще все нужно начинать только с самого себя. И опять говорю, если человек... Я всегда, знаете, я даже потеряв сына, все равно смотрю в небо. Мало того, что я смотрю, я дарю ключи от неба моим студентам, моим зрителям, которые приходят в театр. Люблю бабушек, дедушек. И вот сейчас даже тех, которые купили билеты, они пытаются, ну, кассу им вернуть, потому что это, да, нам нельзя играть, и мы понимаем, что нельзя собираться людям. Они нам звонят, и мы говорим, не сдавайте билеты, мы к этим билетам вам еще подарим на 2-3 спектакля, дарим им надежду, что прекрасное, хорошее, потому что все нужно начинать, вот то, что... Дома жена, муж, ребенок, которого отправили на карантин. Главное, чтобы нас, государство, не оставило дома со своими проблемами. Вот только это волнует. Потому что если нас, отправив без зарплаты маму, которая, потому что закрыли детские садики, сидеть с ребенком, а ей не будет за что даже пойти молока купить, потому что денег пока не дают, то это не называется мирно. Дякую, давайте таким чином. Мы договорились на позитиве. Позитив – это что каждый человек должен сам взять в себя руки, улыбаться, ходить, ну, не друг другу в гости, а хотя бы так с балкона, звонить друг другу, обмениваться смешными историями, дякую, любить друг дякую. Друга. Да. Ви знаєте, що в нас є можливість якраз на саме завершення, так би мовити, віночок позитивний. Йдемо далі. Свобода для пінгвінів.
У Чикаго через стрімке поширення недуги для відвідувачів закрили місцевий океанаріум. Персонал вирішив випустити двох мешканців, аби ті вільно пересувалися, милувалися рибками, архітектурою. Тож тепер пінгвіни Едвард і Енні безперешкодно, самотужки, проходять усі маршрути екскурсій та чекають шлюбного сезону, який для них невдовзі розпочнеться. І настав час, напевно, і нам дивитися з тими пінгвінами, бо ми розуміємо, що найбільш вразливі категорії громадян – це, власне, групи 70+, це наші бабусі і дідусі, які найбільше нас, молодих людей, стимулюють для народжуваності, для того, щоб ми виправили демографічну ситуацію в Україні. Бо тому що вони беруть на себе відповідальність за виховання своїх внуків. І, власне, дбаємо за старих, за старше покоління, і ми повинні знати, що навіть зараз, коли життя змушує більшість сімей, от як правильно жінки в студії підмітили, можливо, під іншим кутом гляньте, бо ніхто так часто вже не спілкувався, давно вже не спілкувався, чоловік з дружиною, з дітьми, щоб переконатися, чи твій син, чи донька, чи оболтус, чи можливо, навпаки, добре те, що немає якогось негативного впливу на виховання. Отож, є можливість більше читати, більше спілкуватися, насолоджуватися спілкуванням. Ну і, звісно, є можливість покращити демографічну ситуацію, бо тому що всі ми тут в студії відмітили, що весна гряде, і її не зупинити. Час нашої програми вичерпано. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. Усі наші програми можете дивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері, Ютубі. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.